простоты, как хочется простоты, как хочется тепла, как хочется светлых снов, как хочется добрых слов, как хочется, чтобы была любовь. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях дуэт из Риги, семейный дуэт из Риги. Андрей Курасин и Ирина Извекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Спасибо. Вот как и всегда. Мы тоже рады. Благодарю Бога, что он такая возможность с вами познакомиться. И мы стали уже друзьями, и семьями дружить. И мы с матушкой были в Риге, и концерт незабываемый был полгода где-то назад, чуть больше. До сих пор все вспоминают и спрашивают, когда батюшка приедет к нам снова. Спасибо, Господи, я с удовольствием, потому что нам надо дружить. Вот ваша песня, которая прозвучала, она наполнена такой щемящей любовью и щемящей болью о родине. И вы знаете, вот благодаря вам, благодаря встрече с вами, разговорами нашими ночными, посиделками, песнями, я пересмотрел, немножко. Я смотрел вашими глазами на Россию, вы что-то говорили с такими чувствами. Вы же там, оторваны, да, от России. И по-другому ощущаете. Мы здесь живем, может, многого не видим. Или по-другому как-то видим. А вот вы заставили посмотреть другими глазами. И Родина стала еще роднее для меня. Тем более вот эта тема, с которой вы уже второй раз вот приезжаете, и мы пытались ее в прошлой передаче поднять, чтобы люди об этом все-таки знали и слышали. Тема владыки Феофана, вот, за которого у вас тоже болит сердце. Почему-то там вот в Латвии сердце болит. Расскажите, пожалуйста, немного вот о себе, чем вы сейчас занимаетесь, как вы живете, про вашу многодетную семью, про Латвию, про Ригу, про владыку. Вот чем сейчас переполнено ваше сердце? Ну, вы правильно сказали, батюшка. Именно этим и переполнено. Ну, тоской о родине, да, конечно, поскольку все-таки мы сейчас за рубежом живем. Но со стороны виднее, наверное, тоже. Вот. Поэтому у нас очень серьезная тема. И она серьезна. Почему мы так сердечно ее переживаем? Потому что она также важна для России. Она так важна для России, что мы, конечно, не можем молчать. И Россия даже не представляет, насколько важно. Да, да. Ага. Вот мы с собой специально взяли последние издания, книги, духовник царской семьи Феофан Полтавский, «Новый затворник» называется она, да? И она из серии «Подвижники XX века». Быстров, да? Быстров, да, угу. Быстров. Дело в том, что сама вот книга, в предисловии даже книги сказано, что этот сосуд Божией благодати знал судьбы России, ему было открыто одним из старцев, которого он, вернее, советами которого он пользовался и при жизни, и не только этим старцем, но он знал о судьбах России, об исключительном положении. Вот этот старец знал об исключительном положении владыки Феофана Быстрова, который он займет в России как любимый русский святой вселенского значения. Ну, пока этого еще как бы не произошло, да? Этого не произошло пока, да. Ну, вообще праведники, мы же знаем, они гонимы бывают при жизни и даже после смерти, пока не умрут те, кто гнал их, богоборцы, да. Вот. И самой большой, наверное, клевете мира подверглась, мы знаем, святая царская семья и друзья царской семьи. Да. Но представляете, какой высокой жизни был этот человек, если батюшка-царь его взял себе в духовники. Да. А на самом деле, конечно, владыка очень близок был к лавре нашей, Александро-Невской лавре. Он 20 лет здесь ножками ходил, поскольку он и учился, и потом стал и ректором Духовной академии, и был даже немного наместником Александро-Невской лавры. Вот. И самое главное, чего мы еще не знаем, и совершенно чудесным образом был обретен архив владыки, который считался навек утраченным. Этот архив удивительный, поскольку 15 томов русского добротолюбия было написано владыкой. И очень много книг, и статей, и проповедей, которые вот нам возвращают наше чистое, верное православие, понимаете? Поэтому, конечно, в свое время, когда перед революцией был разгул разных течений и увлечений, да, и либерализма, владыка уже при жизни был не очень удобен многим. Вот. Поэтому ему пришлось и скрываться в своей жизни, его хотели выкрасть. Вот, в эмиграции, да. И сейчас владыка покоится на неправославном кладбище во Франции, на общественном кладбище за номером. Там даже говорят, на могиле есть ошибка в написании его имени. Вот. И город Лимерай во Франции. Поэтому, если есть такие пророчества о том, что владыка будет действовать в России по смерти своей, в этой, да, книжке написано. И это не нами сказано. Нас вдохновила тоже эта книга. Понимаете? И мы были знакомы с отцом Германом Подмашенским, царство ему небесное. Я тоже был с ним. Ну вот, видите, как интересно, да? И вот он как раз говорил о том, что сам владыка Иоанн Снычев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, он начал перезахоронение уже, организацию мероприятий по перезахоронению владыки на Никольское кладбище Александро-Невской лавры. И это все остановилось, поскольку он умер. Да? И поэтому, ну, раз благословение есть, его надо выполнять, правда, батюшка? Вот, поэтому вот сердце у нас болит. Мы уже 2 года занимаемся организацией, не сами по себе, нас благословили. Да. Давайте немножко прервемся, да. Вторая песня, и продолжим. Хорошо. Да. Я сказал, буду верен. О чем она? Эта песня написана иеромонахом Василием Росляковым, убиенным в Оптиной пустыне. Хорошо. Я сказал, буду верен словам до конца, посмотрю за своим непутевым житьем и невольно прибавил на все, что слегка отвечать буду я молчаливым кивком. Я немым оказался на людной земле, беспредельно глядел на распятие добра, и невольная грусть воцарилась в душе, и великая скорбь одолела меня. Запылало отчаянием сердце мое, загорелись мысли незримым огнем. И тогда в поднебесье я поднял лицо, говорить начиная другим языком. Покажи Владыко, кончину мою, приоткрой число уготованных дней. Может, я устрашусь от того, что живу, и никто не осилит боязни моей. Покажи, а потом от меня отойти, чтобы в скорби земной возмужала душа, чтобы я удивился на крестном пути, прежде чем отойду, и не будет меня. Я сказал, буду верен словам до конца. Спасибо, Господи. А вы полагаете, владыка бы принял эту песню? Это созвучно, да, его? Вот, ну да. Деятельности, его образу, да? Образ его подвижнический. Вот именно... Будьте верны. Я сказал, буду верен. Да, я сказал, буду верен. А вот вопрос о Риге вы как раз задали, да. Ну, как Рига. И вот спрашивают, ну, при чем тут Латвия? Вот копать с Латвией, ну, по-латышски, да. Почему Латвия? Ну, а вот совершенно недавно мы праздновали Тихвинскую икону, и все мы прекрасно знаем, что ее хранитель был Сергий Гарклус, духовный сын Иоанна Гарклуса. Иоанн Гарклус – это природный латыш. Но вот Пресвятая Богородица, вот отец Сергий, когда вот нам посчастливилось его возить, вот в город Лимбажи такой есть, и вот Иоанн Гарклус, его духовный отец, начинал там свою духовную деятельность, там алтарником был с малых лет. И он тогда вот сказал на проповеди последней, что я долго думал, вот он сколько живет, за 80, он же ушел из жизни. Вот почему именно Пресвятая Дева, владычица наша, выбрала его? Вот латыша, тысячи священников же. Были тысячи, понимаете, а вот выбрала его. И, оказывается, вот в церкви Лимбажи православной церкви. Там находилось две тиквинских иконы, одна в иконостасе, а другая в алтаре. И он уже как бы с детства вот лик Божьей Матери тиквинской видел. Представляете, вот она его предизбрала тогда, будучи еще мальчиком. И вот опять же тот же латыш, та же Латвия, опять же вот именно сохранила вот эту икону. И через Ригу икона вернулась в Россию. Поэтому я думаю, что логично, что все-таки владыка, не то, что через Ригу, а то, что рижане из Латвии, это вполне естественно. А вы как появились в этой истории? В смысле я? Ну, вы, семья ваша. Ну, появилась, потому что мы узнали об этом благословении через тоже духовных лиц. И нам сказали, помогите, благословляем вас делать. Ну, мы как думали, что практически, ну, какой же, кто мы такие? Обычные люди. И вдруг вот покуситься вот на такое. Казалось бы, ну, действительно тяжело это осознать. И как-то все это под спудом лежало, благословение было, и она постоянно вот каким-то образом, ну, знаете, благословение надо выполнять. Или тогда сказать, я не буду, и все, вот снимите я это благословение. Но и вот как-то вот действительно совершенно чудом вот на нашем пути вот встретился человек, который сказал, что я помогу. В финансовом отношении все будет сделано. Хорошо. А что сделано действительно? Перезахоронение. Вот сейчас, вот. Сейчас что сделано? Сейчас вот... Вы знаете, вот Бычков, в настоящий момент что? Да, вот еще возвращаясь к вашему вопросу, да. Мы всегда почитали царскую семью. Угу. Даже когда еще и не прославили. Мы были всегда почитателями царской семьи. Да. И даже в 1995 году мы сделали программу памяти царской семьи «Минуты счастья», которая основана на эпистолярном наследии царской семьи, на переписке царя и царицы, какие они замечательные стихи друг другу писали о любви. Это пример любой семье, возвращаясь опять же к недавнему празднику семьи. Да, вот если смотреть на царскую семью, то можно очень много здорово преуспеть. Да? Учиться, да. Вот. А несмотря сейчас... на то, что да, сколько пытались опорочить взаимоотношения. Да. Ну и потом любовь, которая скрепляет союз семейный, да? Вот у них как раз эти минуты счастья, эта любовь, она настолько их вместе. Ведь можно было, посмотрите, я всегда думала об этом, можно было детей отправить, да? За рубеж. Спасти, ну, как бы, да. Если мы, да. Или там царицы. Сбежать вообще можно было просто сбежать. Всем можно было сбежать. Выше любви у них. Представьте, у них самая высокая была любовь, жертвенная любовь. И батюшка-царь ведь знал, что они погибнут за Россию. Понимаете? И он сказал, если нужна эта жертва, я буду этой жертвой. Вот. И владыка Феофан, кстати, до последней минуты никак не мог поверить, что могли убить царскую семью. Вот грех цареубийства, он так и лежит все равно на нас, понимаете? Вот. И, есть только одна надежда на прощение Божие. Вот как раз владыка Феофан говорил, что, значит, по предсказаниям, по милости своей, за покаяние народа Господь дарует России царя, гениального ума, железной воли и пламенной веры. Это владыка Феофан так говорил? Да. Но не во всех изданиях. А может быть, с его возвращением как раз что-то начнется в этом плане, какое-то сдвинется что-то, с его возвращением на родину его останков, да, мощей мужских. Может быть, конечно, мы на это надеемся. Да, ну, все, в принципе, уже готово, батюшка. Все готово. А он канонизировал там, зарубежной церковью, да? Да. Канонизирован. Да. Ну, личность интересная, сама по себе, как богослов, масса трудов, вот интерес к его личности. Мы попросим телезрителей всех помолиться за это дело, чтобы оно сдвинулось. И вам... Спасибо. Чтобы вас Господь укреплял на этом пути. Я представляю, вы мне немножко рассказали, вот я представляю, как это трудно, и вот дай Бог, чтобы все это было. Спаси Господи. Потому что человек предполагает, Господь располагает, да, еще конечно. Неизвестно, что там дальше будет. Дай Бог, чтобы все было по Божьей воле, совершалось. Да. Это главное, да. Потому что, чтобы не было человеческой воли здесь. Да, мы как вот воля Божья. Этим руководствуемся. Но мы стараемся, да, ну, насколько это возможно. Все равно, конечно, как говорю я всем, делаем пополам с грехом. А что делать? Ну, вот так получается. Ну, конечно, молитвами телезрителей мы надеемся, что мы будем крепче. Угу. Я вообще считаю, что нужно какую-то отдельную передачу сделать, ну, с подробностями, чтобы посвятить житию владыки. Да. Ну, чтобы, вот, понимаете, это такое же, это общее настроение, когда все начинают молиться. Вот, и когда люди проникаются, они начинают как-то... Это внутреннее движение, да, начинается. Да. Сейчас у нас вот Матрона Босоножки тоже готовится к канонизации. И это чувствуется уже везде. Это как наэлектризовано все этим, понимаете? Я вот лично чувствую. И, вот, и песни пишутся. И я даже ездил на родину... к матушке Елизавете Иоанна Кронштадтского, его матушке, мы там молились в Кярово, именно за это, по Матроне Босоножки. Вот так вот. Очень важно во всем этом деле, очень важно. И всегда на это, всегда ссылаются, это народное как бы, движение. Если да. есть почитание, да. если есть чудотворение, если есть какой-то народный резонанс, тогда все начинает сдвигаться. Вот к этому хотела бы сказать, что на самом деле на могиле владыки совершается много чудес. И к нему не зарастает народная тропа. Даже из России постоянно едут паломники, да, поклониться в могиле архиепископа Феофана Быстрова, духовника царской семьи. Это вот это почитание, это чудотворение, на самом деле уже вот и в книге описано, да. Книгу, кстати, выпустил Данилов монастырь уже, да. Вот и я думаю, что она была бы очень интересна, кстати, людям. Здесь его проповеди и письма владыки. Вот. Ну, у нас передача музыкальная, да. Вот. Хотя это остро и необходимо, и я думаю, что это в сочетании с темой владыки и вашей песни, это все будет действовать, и, может быть, люди помолятся, и это, будем надеяться, да. дело пойдет. Что бы вы хотели сейчас петь? Собираетесь, люди русские, да. споем? Давайте. Такая... А чья эта песня? Кто написал? Чьи слова? Больше для хора она как бы создавалась. Да. Ну, попробуй ее так вот. Песня наша. Сами сочинили, с вашего сочинения. Да. Ну, давай. Собирайтесь, люди русские, собирайтесь воединое, зажигайте словно свечечки, друг от друга верой светлою. Разбудите рядом спящего, укрепите маловерного, и любовью, и примерами поднимите малодушного. Бог подаст, прозреют наши душеники, покаянием очистимся, засияем, словно солнышки, и рассеем пыль безбожную. Всем захочется воды ключевой, понастроим колодцев журавлей. Соберемся вместе родом всем и посмотрим друг на друженику. Ввысь подымем глаза в небеса и увидим святых ангелов, что несут по небу царь колокол. Слышен звон его на Россию всю. То последний звон, призывающий нас в последний час собирающий, поднимайтесь, люди русские, собирайтесь воединое. Спаси, Господи. Ну, вот этот ваш приезд в Петербург. Белые ночи, дети. Это... В автобусе ждут. В автобусе ждут вас, да? Бедные. Ничего. Вы их замаяли, да? Нет, но мы им сказали, что надо немножко потерпеть. Потерпеть. Да. А когда они ехали, они уже знали, да, на что они идут? Они уже знали. Или они думали, что у них там мороженое, пирожное? Ну, на это тоже надеялись, конечно. Но они знают, что и пост, допустим, да, вот. Ну, бывает. Без пирожного, конечно, нельзя. Какие же дети без пирожного? И взрослые тоже. Ну, а детей-то как вы воспитываете там за границей? Ой, как посмотришь, особенно на людях, и кажется, что не воспитываешь даже. Да. Вылезает все, что хочешь. Ну, а здесь они как себя чувствуют? Как рыбы в воде или, да. Или шарахаются? Нет. Их ничего здесь не они отталкивает? Очень любят Санкт-Петербург. Вот, и голубей кормить в Александро-Невской лавре любят. Вот, они здесь ручные же. Им очень интересно, что они... А что, в Латвии нет ручных голубей? Может, где-то и есть? Меньше хлеба дают все-таки. У нас народ экономный все-таки, да. Здесь такие куски порой даже... Батонами бросают, да? Батонами, да. И голуби такие, да, действительно. Чисто по-русски. А вот по поводу воспитания, да, действительно, очень такое... болезненная тема, но, с другой стороны, вот дети учатся в русскоязычных школах, они не называются русские, а русскоязычные школы. У нас в Риге много школ, конечно, постоянно идет покушение там, на закрытие, вот без конца этот вот... Ну, муссируется этот вопрос, что вот слишком много, но все равно, вот, несмотря на все какие-то перепитии, вот эти изгибы в истории, все равно как-то все-таки семья. Вот какие ценности в семье, оно и выходит и в детях. Как-то, может быть, не сразу, это опосредственно, потом, когда они вырастают, но все равно, если вот мы ездили, допустим, с детства возили их в монастыри, святые места по России, по Украине, по Беларуси, они понимают, что мир большой, славянский мир огромный, вот, русский язык, как что они не пропадут. Да, язык общения. У них еще есть он практически, запас. Да, от Питера до Камчатки. И это самое главное, они ощущают просторы. Спасибо, Господи, у нас передача уже подошла к концу. Вот продолжим наше общение в следующей передаче. Дорогие мои, передача наша окончена. С вами был священник Анатолий Першин и наши гости из Риги Андрей Курасин и Ирина Извекова. Спасибо. Семейный дуэт, который уже второй раз у нас в нашей передаче, потому что за один раз ничего не поймешь. Вот. Так что Божья всем помощи, ангела-хранителя, и до новых встреч. Ангела-хранителя всем.